«Мы спасли в Сибири целый город». Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко главным достижением года назвала работы по экологической реабилитации усолья Сибирского. Она поблагодарила руководство региона и муниципалитета, команду «Росатома», сказав, что город удалось спасти от экологической катастрофы. Работы на площадке начались в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. В этом году на экологическую реабилитацию усолья Сибирского правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей.